Море бушует, небеса пылают, кадью зажимают в тиски. Выберите проекты и грамотно разместите отряды, чтобы отразить двойную атаку. Так, что значит архивные проекты? Играйте в проекты во время миссии, чтобы добавить их в архивы. Проекты 0.14. Так, мне бы знать, что там вообще будет. Вы должны построить свой собственный проект колоды. Так, хорошо, что мы можем бесплатно. Это не надо. Так, ну, пускай будет протокол данных. Мазер хорошо, но это для убийства. $3 на постройку лаборатории, кстати, может быть, надо бы. Так, тревога очень хорошая. Его можно несколько взять. Три можно взять таких. Фиолетовый одну. Синенький три. Так, научный грант. Нам, наверное, много-то не надо. Он дает 3 единицы науки. У нас тоже не одна, две. Желтые две можно брать. Бесплатно создают военную базу. Это было бы хорошо. И аэродром пускай будет. Так, в течение хода все наземные отряды получают плюс 1 к атаке и скорости плюс 2, если есть штаб-квартира. Так, ну, плюс 2. Хорошо, плюс 2 к атаке и скорости. Хорошо. Так, все. Базовые эмоции. А, вот здесь у нас подписано. Максимум 3 копии, особые максимум 2 копии, уникальные максимум 1 копия. Вот, ну, пускай будет так, я просто еще не знаю, с чем будем воевать-то. Командир, X, правильно, вы отследили примата в удаленном лесу, впечатляет. Качество гарантирую, мы предоставляем только последние данные. Das ist gut. Приятно найти умного собеседника, с которым можно обсудить не только танки и самолеты. Я бы вздернул этого... Что там? Впервые вы затронули интересную тему, майор. Командир, расскажите о... Так, тут полное нажать. Враг неизвестен, здесь говорить нельзя, у стен есть уши. Мы перезвоним вам после сообщения. Резко он свинтил. Согласна, но хорошо, что теперь международные организации всерьез относятся к кайдзю. Нам пригодится любая помощь. Ее. Эта карта немного больше. Эту чертову обезьяну можно скрывать где угодно. Если вы увеличите масштабирование мыши или каникуруйтесь с VSD, вы можете обнаружить его на деревьях. Так, допустим. VSD. А как-то нет. Выйдет отсюда. Ой, я на деревьях не вижу. Так, что у нас получается? Лаборатория. Отсюда он выйдет, пойдет сюда в пригород. Склад. Так, три науки. По две дают. У меня вторая. Так, радар. Радар можно, да, сразу делать, наверное. Превосходный радар, где там был. Почему нет радаров? Что, здесь нельзя делать? Или по кому? Нет, по кому стрелять, это не то. Ладно, пускай будет превосходный танк. Хотя там, возможно, будет воздушный. Поэтому надо воздух взять. Аэродром, истребитель, превосходный истребитель, топливо на нуле. Так, грузовик не надо, ну и вторая лаборатория. Вот вторая лаборатория. Так, создать военную базу. Так, ну все, он сюда выйдет, пойдет сюда. Дальше две сюда, сюда он не пойдет, пойдет к лаборатории.
А он тоже не пойдет. Отсюда мы тоже только до него можем добираться. Но лучше, наверное, здесь фундамент поставить. Отсюда мы потом сюда и плывем. Соответственно, он пойдет сюда. А он, кстати, отсюда пойдет вниз. Вниз пойдет, потом сюда пойдет. Так, хорошо, то есть сюда нельзя ставить, иначе он сюда пойдет. Так, пойдет сюда. Сюда. А потом уже сюда ставить. Так. Пусть будет здесь. Игнис. А, и двое. Прайм. Двое это плохо. Так, а нам надо три прорыва. Решить три прорыва. Это много. Где наши танки есть? Так, ладно, придется одного, наверное, уничтожать. Проще, наверное, уничтожить. Это у нас немножко попроще, на самом деле. Думаю, его, наверное, сейчас надо до двойки опустить. Дальше просто от него отходить надо будет. Уничтожает один соседний воздушный отряд. А, у них разные всегда. Ветра. Так, ладно. Этого тогда не трогаем. Танк по-любому нужен. Превосходный. Так, размещает. А, восстанавливает или размещает. Танк. Военную базу. Так, ударит сюда, потом туда пойдет, туда. Скорость 4. По-любому его надо подбивать, иначе он долетит до сюда. Так, сюда не надо. 2. Куда туда пойдет. Защита. Я уже забыл про эту защиту. Так, плюс один к атаке. Не доберется. Это доберется. Один урон. А, воздушная атака один. Так, этому... А, в принципе, к скорости плюс 2. Как раз, кстати, было бы хорошо. Для ветра это ладно. Так, ну посмотрим, штаб-квартира у нас есть. Есть. Шановый. Ходи, плюс 2 должно быть к скорости. Нет. Значит, это не штаб-квартира. Так, ладно, это не будет подходить сзади. Ладно, посмотрим, что можно будет сделать. Так, 4. Сейчас потом прибьет. Так, бесплатно размещается. Можно. Кто-нибудь. Ракетную установку. Так, ну ладно, этих придется им умирать.
уничтожать только одного. Так, 3 хп. Не доберется до него. 3 дня с науки. В принципе, хорошо, но не совсем к спеху, конечно. Лабораторию можно построить. А, лаборатория у нас на фундаментах строится. Так, вот сюда надо построить. Эти сюда все равно не пойдут. Кофе, нужно больше кофе. Так, здесь что мы можем сделать? Можем атаковать, но все равно не прибьем. Надо его еще как-то атаковать. Потом у нас снизил защиту. Он пойдет сюда. Это на следующий ход. Так, контратака у нас нет. Не знаю, есть смысл, нету. Ладно, нанесем урон. Это добьет. Так, он пойдет. Сколько у него там? 3. Доберется. Так, это, кажется, плохо оставлять. В принципе, он сразу что не атакует. Так, все, нас обнаружили. И оба пойдут сюда. Правильно, нет? Нет, почему нет? Продолжим. А у нас еще последняя защита получается. Я ее не учитывал. Возникнет пролом. Так, дает 3 единицы науки. Нет, пока не надо. Так, этого, в принципе, можно. Так, смести его. Да, наверное, этого надо снести. Упал, у него скорость 2. У этого тоже 2. Ну, пока что 3. Будет 2. Бросок. Он кого-то одного прибьет. Газ, просто одного не надо убивать. То есть, получается, надо... Нет, все равно одного придется убить. Позже. Так, ну тогда, наверное, 3. Есть контратака. Значит, этого придется убивать полностью. Обнаружили. Это не доберется, это где тоже не доберется. А, так этому все равно. Почему тебе все равно? Только на тебя действует, что ли? Мы тебя сейчас добьем, да и все. Скорость у тебя 2 осталось. Так, 1. 4 хп. Вообще контратаки нету. Баррикада окружает военную базу эффектами кризиса. Так, аэродром пусть будет.
все этого мы добьем. В принципе. Так, где у нас кризис-то? А, это он просто огненный. Это я не понимаю, почему он не идет убивать. Защита же пробили мне. Так, Игнис побежден пока. Так, прорыв. Так, а мы после убийства мы сколько-то получили? Прорыву, что ли? Быстренько гляну на видео. Так, нормально. Нам аж целую звездочку дали. Для победы нужны прорывы. Совершайте. Эти описания бы получше написали. Хотя бы прочитать можно было. Так, ну ладно, возможно, да, после убийства нам дают одну звездочку. Просто до этого на уровне как-то я этого не заметил. Я думал, мы просто убиваем, как бы, и все. Так, ладно. Тогда имеет смысл его тоже убивать. В принципе. Я думаю, просто надо подождать. Хотя, в принципе, мы сейчас зал завершим, и все. И победили. А, хотя мы... Нет. Мы всех убьем, по идее. Так, все, отступление. Так, я завершила сыворотку, ее уже использовали. Оба Кидзю отступили. А, ну они отступили оба даже. Если бы они были оба живы. Док, почему мы вечно переделываем сыворотку? Разве мы не делали ее во всех предыдущих городах? Вы что, ничего не знаете о физиологии Кайдзю? Не мутируют с поразительной скоростью. Сыворотку надо постоянно дорабатывать из-за новых мутаций. К тому же, приходится менять ее вкус под предпочтение Кайдзю. Они очень капризны. Теперь все ясно. Я помню, как примат набросился на банан. Кайдзю, те еще гурманы. Победа. Один ход. Одного хода не хватило. Ну да ладно. Так, доп-миссия. Доп-миссия по-любому. Медаль не понадобится. Островный прыжок. Крошечные острова в Великом Флуациатосском море находятся под атакой. Выбежите свою воду. Свою воздуху и езжу на божественных и трах на помощь. Что они хотели это иметь? Что они имели в виду здесь? Выбежать свою воздуху. Ладно, короче, как-то надо убежать по воздуху. Так, завершить по очереди 9. Миссия выполнена, завершена на жестоком, завершена на фриплей. Это может понадобиться. Вот, посмотрим. Так, защитите ее. Так, откуда пойдут? Оттуда. Так, что нам надо? Для победы нужны прорывы 3. Священный ветер. Тактика бойца получает плюс 2 контратаки в океане или на пустой клетке. Дамент. Ну, походу, только аэродромами. В течение хода транспорт доктора Вагнера получает плюс 2 скорости. Диспетчерская служба. В течение хода все воздушные отряды получают плюс 1 к атаке и скорости плюс 2, если есть сигнальный пост. Сигнальный пост. Смотровой пункт. Аэродром. Так, пускай будет. А нет, превосходные истребители есть тут. Там дело, не знаю, что там еще делать. Ждем. Прайм. 1-1. Так, он пойдет. Сколько у него там? Передвижение какое? Не видно. А можно посмотреть повыше. Скорость 2. Цунами. При использовании в океане уничтожает один соседний отряд или здание. Исцеляет 2 отряда или здание от эффекта кризиса. Удар хвостом уничтожает один соседний отряд сзади. Так, ладно. Бесплатно создает аэродром. Так, если он пойдет сюда. 4 скорость.
отсюда, потом он пойдет. Пойди сюда, пойдет. Так, у нас 6. А, нет. Сюда пойдет. Начнет идти крушить. Мне надо его потихоньку будет сюда куда-нибудь заманить. Сюда, наверное. Сюда, сюда. Потом сюда пойдет. Аэродром. Так, истребители. Если нас заметит, так, у нас здесь лаборатория. Пускай здесь тогда дерется. Так, есть там контратака, есть. Сначала нападаем. Так, контратаки в океане или на пустой клетке. Это не пустая клетка, вот это пустая клетка. Этим ничего не нужно. Так, это у нас контратаки именно. Теперь, по идее, хорошо. Контратака. А, контратаки здесь уже нету. Так, лабораторию. А, можно еще одну лабораторию. Я понимаю, это он, наверное, снесет нам квартиру, штаб-квартиру. Здесь, наверное, там подальше. Так, пойдет туда. Скорость 3. Контратака 2. Как-то так. Здесь бы хорошо было сейчас. Увеличенный урон. Ну как бы нет. Ураган 4. А, нельзя туда выходить. Это ладно. Так вот, бойцы получают плюс 2 контратаки, утянем на пустой клетке. Наверное, это мы возьмем. Сюда пойдешь. Там этого снесет. Цунами. Сначала цунами сделает. Отойти мы уже не сможем. Поэтому стоять здесь. Нет, в принципе, смысл есть. Смысл ударить отсюда. И встать сюда. Так, он потом сюда пойдет.
Так, все, теперь он пойдет туда. Ураган. Этим, по идее, не образ получается, что ли? Блокирует движение, удаленное удаленное единичным заканчивающимся поворотом. Здание не производит деньги, наука и безопасность. Это плохо. По нулям все. Надо это все убрать. Пустая клетка. У нас погиб. Нам дали, по идее, одну звездочку. Прорыв есть. Но все равно не хватает. Сейчас у нас новый появится. Так, нам бы как-то убрать этот кризис. Как бы его убрать-то? Он сам пройдет потом. Заканчивающимся поворотом. Либо на него наступить все-таки надо. Попробуем сейчас на это. Налетим. Самоубийца, короче. О, понял, как это работает. Правда, здесь мы не успеем. Но можно к скорости. Дело в том, что отряд получает плюс один атаки и скорости. Если есть сигнальный пост. Сигнального поста нет. Плюс одна скорость нам хватит. Все, отлично. Зачем нам туда два не надо? От нас есть, что здесь появится. Мы их, кстати, не послушали. Леди размер, играйте в тактические карты. Долгосрочное значение для обновления ваших подразделений для всей миссии. Цунами Каю могут уничтожить наше подразделение в воде. Он также получает дополнительное исцеление от кризисов, сначала выкладывая их хорошее использование наших бойцов. Начало. Мы должны полагаться в основном на ущерб, чтобы победить эту Каю. Выровняйте эти самолеты и позвольте им упасть на его лицо. Его лицо. Перевод очень забавляет. Потрачено. Так, сколько? А почему у нас 0? Видимо, на следующий ход. Так, еще один появился. Ну и он сразу идет уже за нами. То есть у нас называется пролом. Сразу напрямую сюда идет. Так. Здесь просто к атаке. Ладно, сколько у меня там? 4 ход. Придется бить. Вставать сюда. Пока пускай там стоит. Главное, что мы его замедлили. Так, 3. Сейчас уже, конечно, доберется. Так, грузовик. А, нам надо порт. Нет,
понятно, что он сделал. Мы никуда не уплыли. Так, плюс 2 к скорости. Очень вовремя. А, монета, а нам пор дает монеты. Так, здесь мы ничего не построим. Сюда, в принципе, приплыть. Не добыть в то время, как доктор Вагнер не в лаборатории. Он пойдет опять по этим. В принципе, да, можно далеко не плыть. Передача в лабораторию. Так, в принципе, все, мы справимся в любом случае. Здесь можно даже ничего не делать. Максимум контратаки просто ставить. Можно ударить, почему нет. Так, ну просто пропускаем. Отступление. Победа. Совершить прорывы. Отлично. Миссия выполнена. Новый проект разблокирован в архивах. Священный ветер. Диспетчерская служба. Помощь контрабандистов. Диспетчерскую службу я что-то не заметил. Так, ладно, посмотрим, где это вообще все находится. И у нас архив. Настройки, вот архив. Так, проекты. Диспетчерская служба. В течение хода все возможности... А, это у нас, я просто название не читал. Туда все понятно. Так, темные проекты. Правила. База позволяет разместить и восстановить отряды. Так много здесь правил. Горы непроходимы для наземных отрядов. Ладно, это потом, если вдруг у нас проблемы будут какие-то, нужно, в принципе, прочитать про все это. Ученые. Правильно. Можно переименовать, мы не будем этого делать. Это что у него может быть? Или пока что изученная. Так, сколько у вас там? Это ж не все. Или это все варианты? Блять, там что-то еще будет. Пока нету. Ладно. Куда бы запустить две медальки? Так, здесь мы ничего не делали. Превосходный радар не надо. Так, воздушная атака. Можно сделать истребитель. Тоже, в принципе, можно прокачать. Так, идем дальше. Так, битва за Эфирио.